Катя оказалась меж двух огней. Моя мама и мой муж постоянно спорят о том, какая должна быть гостиная. Другая Катя, дизайнер Гневышева, приняла огонь на себя. И усложнила ситуацию. Я же не беру Африку в лоб, я ее просто вдохновилась. Пока что я вижу, Катя, что ты вдохновилась геометрическими фигурами, потому что здесь множество ромбов. Ты не права, здесь всего лишь два ромба. Как это два ромба? Это два полосатых ромба. Дизайнер решила совместить несовместимое. Черное и белое, ромбы и круги, современность и этнику. Примет ли семья Грачевых новую гостиную или геометрическое зазеркалье станет ромбом раздора? Смотрите в субботу утром на телеканале ТНТ.